праздников прекрасных каждый наступает в свой черед. Но на свете самый добрый праздник, самый лучший праздник – Новый год! Добрый день, дорогие друзья! С большой радостью приветствуем вас в концертном зале Дворца культуры профсоюзов на празднике детства, творчества, красоты, таланта и оптимизма. Добро пожаловать на 5-й ежегодный новогодний конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества «Рождественские звездочки 2022». Встречаем наших конкурсантов. На сцене номер 9 Носова Ульяна, танцевальная студия «Фиеста», Центр развития продвижения. Номинация «Хореографическое творчество», танцевальное шоу «Солист». Возрастная категория 13-15 лет. Руководители Юрьева Ольга Степановна и Юрьев Михаил Юрьевич. Творческий номер «Танец агент». На сцене номер 95 образцовый коллектив народного танца «Джерельцы». Номинация «Хореографическое творчество», «Народный танец», «Ансамбль». Возрастная категория смешанная, 12-17 лет. Руководитель Дунькина Юлия Сергеевна. Творческий номер «Танец молодычка». Готовится номер 23.
На сцене номер 23. Махнёва Полина. Студия эстрадного вокала «Студио Вокс». Номинация «Вокальное творчество», «Эстрадный вокал», «Солист». Возрастная категория 13-15 лет. Руководитель, преподаватель Теленская Дарья Юрьевна. Творческий номер, песня «Дезире». Oh, ma douce France, pourquoi si cher ni tu romances? Je ne suis qu'un de ces importants. Sans lui, je suis un peu un boule seul dans le métro, on est dernière danse. Pour oublier ma tête, je vais m'enfuir que tu romances. На сцене номер 27. Танцевальная студия «Фиеста», Центр развития продвижения. Номинация «Хореографическое творчество», танцевальное шоу, ансамбль. Возрастная категория смешанная 10-15 лет. Руководители Юрьева Ольга Степановна и Юрьев Михаил Юрьевич. Творческий номер «Охотники за привидениями». Готовится номер 87. We'll be right back.
На сцене номер 87. Трио Галухалина, Махнёва Полина и Лапусева Милана. Студия эстрадного вокала «Студио Вокс». Номинация «Вокальное творчество. Эстрадный вокал. Трио». Возрастная категория 12-14 лет. Руководитель-преподаватель Теленская Дарья Юрьевна. Творческий номер песня «Зелёные волны». Готовится номер 61.
На сцене номер 61. Образцовый художественный ансамбль танцев «Вдохновение. Город Феодосия». Номинация «Хореографическое творчество. Народный танец. Ансамбль». Возрастная категория смешанная. 12-15 лет. Руководитель Меньшова Светлана Михайловна. Концертмейстер Ищук Татьяна Николаевна. Творческий номер «Молдавская сюита». На сцене номер 50. Вокальный коллектив «Санитон», старший состав. Ялтинская средняя школа номер 12, город Ялта. Вокальное творчество, эстрадный вокал, ансамбль. Вокальная категория средняя, 11-13 лет. Руководитель Теленская Дарья Юрьевна, педагог дополнительного образования Ялтинской средней школы номер 12. Творческий номер, песня «Все зависит от нас самих». Все зависит от нас самих, все зависит от нас самих.
Ничего в мире нет такого, что не подвластно было б нам. Все зависит от нас самих, все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было б нам. Сочиняй, удивляй, удивляйся, люби, без сомнения встречай повороты судьбы. Смысл жизни ищи в сомнениях любых, помни, что ты сильнее. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было б нам. Никогда не сдавайся, забудь о ничьи. И для этого есть сотни тысяч причин. Полыхай искри, словно звезды в ночи. Обязательно птицу мечту распишись, получи. Доверяй только чувствам своим, оставайся с собой, а не кем-то другим. Если бросят до помощи, то помоги. Если силы кончаются, помни, что здесь все зависит от нас самих. Все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было б нам. Не отдавай свою свободу. На сцене номер 91 Конохина Анна, кафедра музыкальной педагогики и исполнительства ТНУ имени Вернадского, гуманитарно-педагогическая академия, филиал, город Ялта. Номинация «Вокальное творчество», «Эстрадный вокал», «Солист». Возрастная категория «Старшая» от 19 лет. Руководитель Теленская Дарья Юрьевна, старший преподаватель кафедры музыкальной педагогики и исполнительства КФУ имени Вернадского. Гуманитарно-педагогическая академия, город Ялта. Творческий номер AC on me. Chasing you, feels it.
На сцене номер 38, танцевальная студия «Фиеста», Центр развития продвижения, номинация «Хореографическое творчество», «Патриотический танец», ансамбль, возрастная категория «Смешанная» 10-15 лет. Руководители Юрьева Ольга Степановна и Юрьев Михаил Юрьевич. Творческий номер «Сила поколения». Давит, диктует форматы и стили. Мы на пороге большого открытия сильной, свободной, богатой России. Время менять обещания строптивые. На это сделано здесь и сейчас. Люди свободные, честолюбивые. Завтра России зависит от нас. Управлять экономикой, платить корабли, и нас много таких. Холодный рассудок и четкая логика, мы этим горды и научим других. Yeah.
На сцене номер 48. Новое поколение вокальный ансамбль. Филиал Симферопольского района, Чистинский сельский дом культуры, Республика Крым. Номинация «Вокальное творчество», «Эстрадный вокал», «Ансамбль». Возрастная категория смешанная, 5-12 лет. Руководитель Белялова Гульсум Исметовна. Творческий номер, песня «Зима, не сон». Сцене номер 12. Кафедра музыкальной педагогики и исполнительства КФУ имени Вернадского. Гуманитарно-педагогическая академия. Город Ялта. Номинация «Вокальное творчество». Эстрадный вокал. Солист. Возрастная категория старшая от 19 лет. Руководитель Теленская Дарья Юрьевна. Старший преподаватель кафедры музыкальной педагогики и исполнительства. Творческий номер «Блюз». Сделай глоток крепкого чая, пусть огонек свечи отражает.
отражением блеснут глаза. Просто молчи, я уже знаю, что скажешь ты мне. Белым камешком на